I kto jo? Afrodita. Ja bé, tu vas a ser fan fatal. Fan fatal? Legko, spada. Fan fatal. Spasiva. Afrodita. Puede con todo, también con fan fatal. Adelaida. Adelaida, tú vas a ser la dueña de un salón literario. Dama Jaseaica. Dama Jaseaica. Dama Jaseaica. Dama Jaseaica. Dama Jaseaica. Salón. Salón. Dama Jaseaica Salón. Я дама, хозяйка салона. Аделаида, querida, por favor, no te vayas, cuéntanos antes. Аделаида, Аделаида. Es que es una profesional. Primero, dos palabras, capta y dura. Y ahora... Bonitas, palabras bonitas. Un murciélago invisible que no habla. Pero te tengo una sorpresa. Me voy a fumar. No, 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 que en esta... Mira, en Sablón y Musina, un hombre corriente, tienes muchísimo papel. Mira, mira, para, créeme. Fíjate, mira, Sebastián. Fíjate todo lo que tienes. Pero, ya, está en ruso. Claro, Arkady Bukhov es un gran clásico ruso, no se puede traducir. Pero esto, necesito tiempo, dame media hora. ¿Media hora? Media hora ni de coña, tienes 2 minutos. Sí, como que 2 minutos. Venga, va. 20 minutos. 20 minutos, pero qué dice. Tienes 2 minutos, 18 segundos. Pues a ver, todas las palabras, en ruso, sin acentos. 10 minutos es mi última oferta. 10 minutos ni te coña, te vas, Bonachina. No, mira, te doy 2 minutos, 8 segundos. 2 minutos, ni para ti ni para mí. Sí, sí, y me llevo el texto. 2 minutos. 2 minutos. Bien, pues ya vamos a nuestra cuarta historia, Sablón y Musina, un hombre corriente, de Arkady Bukhov. Aktyori gotovi, kamera gotova, Facebook gotov. Nachali, medianoche, la velada literaria casi ha terminado. Los invitados comienzan a dispersarse. Música. Хотела, чтобы ее кто-нибудь проводил. Так ведь никто не согласился.
А нам, у которых мордашка смазливая, стоит только захотеть, и все побегут. Вот вы, например, пошли бы ее провожать? Вы пошли бы ее провожать? Пошел бы. Где живет эта ваша дама? Да вот тут за углом. Пошел бы, тут недалеко. Угу. Мне еще работать надо. Ну да, ну да. Это вы все говорите, чтобы только меня заинтриговать. Угу. Не первый вы вижу. Старый приемчик. Я опытная, дорогой мой. Угу. А меня так с удовольствием. И в другую сторону от дома пошли. Да? Да. Да. Я и говорю, для меня так 6 верст пустяки, а для старухи полверсты жалко. Эх вы, рыцари, именно самцы и больше ничего. Я вас всех как насквозь вижу. Идете, наверное, и думаете. Ой, ничего, провожу, да-да-да. Провожу. Вот, провожу, там может быть что-нибудь и выйдет. Да-да, провожу. Я и говорю. Идете и думаете, скорее на извозчика, поедем, там скажу, что устал, что все равно работать сегодня не хочется. Хочется. Ну вы для смазливой женщины и работу готовы бросить. Не первого вижу. Потом начнете говорить, а как бы было бы хорошо выпить бокал шампанского в кабинете хорошего ресторана. Я совсем не пью. Эй, милый мой, это вы все только до ресторана говорите, а потом как набрасываетесь, что не оторвешь. Ой, послушайте, Фернандес, а это вот там вот извозчик стоит, да? Мартинес, а не Фернандес. А, Мартинес. Да, это извозчик. Извозчик. Позвать? Ну, я и говорю. Сейчас наймете извозчика, сядете ко мне чуть ли не на колени. Больше полтинника ему не давайте. Что? Не едет? Ну дайте 60. Садитесь. Только вот, пожалуйста, без этих обниманий. Я не ребенок, не выпаду. Я не обнимаю, честное слово. Не обнимаете? Ну так будете. Дайте сюда руку. Держите крепче. Я ведь поворотов боюсь. Ну, начинайте. Начинайте. Ну, говорите как, что вы одиноки, что у вас душа ищет теплоты и сочувствия. Извозчик, а сколько за час? Что, 1 рубль 7 гривен? Много. А 1,5 хочешь? Потом еще 2 гривны добавит. Только поезжай скорее. Ну? Добились своего. Вырвали свое. Рады? Спасибо, рад. Ой, ну хоть бы в одном каплю оригинальности нашла. Ой, сейчас в ресторан потянете. Я не люблю ресторанов. В них шумно. Ну, это уж слишком, сеньор Фламинго. Не можете же вы меня к себе на квартиру звать. Помните, что у меня муж. Да, да. Я помню. Да. Высокий такой, да. Черный. Mm-hmm. Если я ресторан сказал... Ну, что я и говорила. У него уже ресторан, с языка-то не сходит. Сидите, наверное, и думаете, какой бы найти ресторан подешевле. Но помните, что я в скверный ресторан поехать не могу. Я вам не горничная, которую можно куриной котлетой покорить. Ну, если ж так не можете от меня отстать, хорошо. А извозчик Арим знаешь, что? Какой ты извозчик? Тебе бы настройщиком быть. Ох, пердон, пердон, я оскорбила вашу профессию. Ну, вы, кажется, сердитесь, сеньор Домингес. Ну, не сердитесь, я и так уступаю всем вашим прихотям и капризам. Ну, что извозчик вспомнил? Только давай скорее, терпеть не могу скверные езды. Ну? Вырвали
отстукали свою. Эх вы, плотоядные. Когда поет фортепиано и гонит под вибрирующую лампу гитарный экран, банановым лимоном Сингапур. Когда у вас на сердце тишина, вы вроде темных теней разбуй. Не пьете? Меня спаиваете? А, это не пройдет, это не пройдет. А замыслы ваши? Я не могу смотреть в ваши глаза. В них что-то цинично мужское. Да, я разрешаю вам меня поцеловать. Но только чтобы не было этих взглядов. Поцелуй ни к чему не обязывает. А эти взгляды... Ну, будет, будет, будет. Ну, зверь, ой, зверь, зверь. Ну, поехали. Я сейчас всю дорогу видела, какими вы на меня влюбленными глазами смотрели. Только, пожалуйста, без этих глупостей, я умоляю вас.